всего в период с марта по май в инфекционной больнице получали лечение 130 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Из них в настоящее время на стационарном лечении находятся 43 пациента. Пятеро пациентов в тяжелом состоянии. За время вспышки коронавирусной инфекции выздоровели полностью 21 пациент. Они выписаны, у них отрицательные ПЦР. Кроме того, ежедневно в больницу поступает от 15 до 20 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, пациенты, у которых пневмония. На сегодняшний день состоит 75 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Практически у всех пациентов, которые поступают в больницу с диагнозом с подозрением на коронавирусную инфекцию, это пациенты, у которых есть либо односторонняя, либо двухсторонняя пневмония. К сожалению, у нас умер доктор, анестезиолог одной из больниц города, он умер вчера. К сожалению, пациент поступил достаточно поздно, заболел 3 числа, в больницу он поступил 10 мая в очень тяжелом состоянии. Состояние доктора все эти дни, все время пребывания в реанимации, он сразу поступил в реанимационное отделение, все дни пребывания в реанимационном отделении, состояние доктора было крайне тяжелым. Он получал интенсивную терапию, которая, к сожалению, эффекта не дала. Все препараты, которые включены в протокол лечения коронавирусной инфекции, пациент получал. Однако состояние пациента все дни, еще раз повторяю, все дни пребывания в реанимационном отделении инфекционной больницы оставалось крайне тяжелым.